Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня приготовлю кексы с черной смородиной. Смородину снимаем с веточек, хорошо вымываем и обсушим на полотенце. Приготовим тесто для кексов. Для этого мягкое сливочное масло выкладываем в миску, добавляем сахар и ванильный сахар и хорошо взбить. Затем в миску добавляем яйца и еще раз хорошо взбиваем. Высыпаем разрыхлитель и муку. Тесто хорошо перемешать до однородной консистенции. Полученное тесто высыпаем в черную смородину и еще раз хорошо перемешиваем. Формочки для кексов застелить одноразовой бумагой, но если у вас нет одноразовой бумаги, просто смажьте маслом и выкладываем тесто. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 25 минут. Кексы получились очень вкусные, сочные и аппетитные, и немного с кислинкой. Если вам понравился мой рецепт, обязательно поставьте пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал «Готовим вместе» и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А на канале у меня есть и другие виды рецептов выпечек. Если вам интересно, переходите, смотрите. Все ссылочки будут на экране и под видео. А вам я желаю приятного аппетита и до новых встреч!